Улица Академика Булаховского, 28Б. Девятиэтажный панельный дом 1976 года постройки. Чешский проект на два парадных. Придомовая территория зеленая и выглядит ухоженной. Парадные нуждаются в ремонте, но входы вполне опрятны, есть домофоны. У дома есть детская площадка. Места для парковки машин немногочисленны. Поблизости общеобразовательная школа, детский сад, зона отдыха на берегу Святошинского озера и сосновый лес. Близлежащую торговую инфраструктуру составляют несколько продовольственных супермаркетов. Ближайшая станция метро Академгородок находится достаточно далеко. В целом, состояние дома можно признать удовлетворительным.